Всем привет! На недавней праздничной мессе секты верующих в iPhone Единый нам показали, наконец-то, снова появившийся самый быстрый телефон в мире. Это iPhone 8. Но мы не верим всем на слово, и поэтому проверим с помощью тестов, так ли это на самом деле. Сравнивать мы будем три телефона. Это флагман iPhone 8, предыдущий флагман iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. Для начала мы узнаем, какой из этих телефонов быстрее включается. Загрузился чуть раньше iPhone 7, но мы сейчас посмотрим полностью включение будет, у какого из них раньше. Чуть быстрее, естественно, iPhone 8. Ну давай же iPhone 7, ты же можешь. Ну, где-то в пару секунд задержка. А теперь мы узнаем, на каком из этих телефонов быстрее запускается браузер. Быстрее открылся на iPhone 8. А сейчас я буду делать то, что делаю каждый день. Открывать статью и смотреть, как быстро она загрузится. Чуть раньше закончил iPhone 8. Но, опять-таки, это просто доля миллисекунды, которую не заметит обычный пользователь. О боже, опять ничего не происходит на улице. Мне нужно срочно это сфотографировать. Камера одновременно открывается. И по скорости фото примерно тоже одинаково. Пришло время поиграть в игру. Открываем Mortal Kombat. Как видите, открывают одновременно. Ну и разницы никакой по скорости работы нет. А сейчас мы посмотрим, как быстро телефон справляется с открытием довольно объемных файлов PDF. Быстрее справляется iPhone 8. И так, в принципе, достаточно медленно на iPhone 7 происходит это все дело. Здесь мы уже успели пролистать, прочитать, ознакомиться. Еще снова ознакомиться, опять ознакомиться. Ну, в общем, здесь можно прочитать всю Библию, а здесь она только откроется. Ну что, мы протестировали два айфона, теперь настал черед протестировать iPhone 8 и сравнить его с его главным конкурентом Samsung Galaxy S8. Узнаем, какой из этих телефонов быстрее включается. Galaxy S8 быстрее включился. Сначала. Сейчас посмотрим, какой быстрее загрузится. Ну, очевидно, это был iPhone 8. И Samsung в этой гонке проигрывает. Несмотря на то, что браузеры здесь разные, для нас, мы обычные пользователи, важна просто скорость открытия страницы. Раз, два, три. Быстрее загрузил iPhone. А теперь почитаем нашу суперинтересную статью на онлайнере, которую быстрее открыл iPhone 8. А не начистит ли мне кому-нибудь рыльца в Mortal Kombat? Очевидно, iPhone открывает быстрее. Samsung пока думает. В общем, если бы я хотела побыстрее начистить рыльце, то, конечно, выбрала бы iPhone для этого. Он справляется быстрее. А, руки чешутся, давай же, скорее, скорее, Samsung. Ну все, я уже перехотела бить кого-либо. Да, Samsung, ты проиграл в этой битве. Наш редакционный попугай попросил сфоткать его на паспорт. Сейчас мы это сделаем. Улыбайся. На этот раз мне показалось, на долю секунды быстрее справился Samsung. Сделали фотки, теперь пришла пора их обработать. Для этого нам нужно сначала изучить Adobe Photoshop. Открываем PDF-файлы. И смотрим, кто быстрее справится. Вот так. Samsung справился быстрее. И теперь мы можем изучать Photoshop, а iPhone все еще открывает. Ну что, дождемся, чтобы увидеть, насколько велика разница.
Мы с попугаем затрудняемся сделать выбор, какой из этих телефонов на самом деле быстрее, потому что, как вы видели, в разных тестах они показывали разные результаты. В общем, вывод такой: если вы хотите поиграть в игру, выбирайте iPhone 8. Если вы хотите читать жирнющие PDF-файлы, вам нужен Samsung Galaxy S8. Кар-кар-кар, ребята! Упс! Все.